Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре сабвуферный динамик от компании Pioneer, моделька TSW310D4. Диаметр 12 дюймов или 30 сантиметров. И давайте рассмотрим его комплектацию. Так, вот такой вот фирменной коробочкой это все поставляется. Так, здесь у нас имеется инструкция. Монтажный комплект, то есть саморезы для установки закрепления динамика. Поролоновая прокладочка, которая клеится вокруг самого магнита, вернее, динамика. Так, ну и сам динамик. Динамик идет двухкатушечный, то есть здесь можно подключить сопротивление 2 или 4, или 8 Ом. То есть 4 коннектора для подключения. Вот так это все выглядит. Максимальная мощность 1400 Вт, номинальная 400 Вт идет. Как я уже сказал, 2 или 8 Ом может быть. Материал подвеса эластичный полимер из армированной стекловолокном. Вот так это все выглядит. Корзина идет литая. Магнит защищен пластиковой насадочкой. Вот так это все выглядит. Вес самого динамика 6 килограмм 200 грамм. Вот так это все выглядит. Монтажная глубина порядка 17 сантиметров идет. Усилители для него нужны довольно-таки мощные, то есть каталог усилителей вы сможете найти на нашем сайте автозвук.ua. При покупке на данный динамик на него распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. И также более подробные характеристики и стоимость вы также сможете найти на нашем сайте автозвук.ua.